Итак, скажите, пожалуйста, что такое шахматы? Надо уже отвечать. Не, ну, естественно, конечно, ответ на такой вопрос дать невозможно. Однозначно никто на него не ответит. И даже не по причине, как говорится, всего многообразия шахмат, а скорее потому, что каждый человек по-разному оценивает сложные явления. И, безусловно, шахматы следует отнести к ним, потому что до сих пор, несмотря на такую их многовековую историю, но такое их профессиональное развитие в последнее время, все равно истины нету, и будем надеяться, что в ближайшем будущем не будет. А вы как считаете? Наверное, напрасно ожидаете от меня прямого ответа, потому что для меня шахматы – это работа также, это анализ домашний, подготовка, это общение с моими друзьями-шахматистами, гроссмейстерами. Причем общение не только внутри тренерской группы своей, но и общение за шахматной доской во время турниров. То есть меня привлекает вот сама атмосфера шахмат, вокруг шахмат, люди, которые играют в шахматы. Матч продолжается уже полгода. Больше пяти месяцев. Да. У меня такой вопрос. Как вот вы же играли уже 48 партий. 47 уже, еще. Да, 47, уже, наверное, да. Чувствовали друг друга на каких-то уже на каком-то другом уровне. Как вы оценивали состояние Карпова в последних сыгранных партиях безлимитного матча? Мне трудно сейчас как бы восстановить всю вот эту гамму переживаний и как там я воспринимал Карпова, как бы там окружающий мир. Потому что все на самом деле стало такой рутиной. Вот матч превратился в рутину. Вот как бы вот готовимся, едем, играем. И я себя чувствовал очень комфортабельно. Мне кажется, вот это Карпов выводил из себя, что на самом деле как бы я шел как на работу, пришел с удовольствием. Uh-huh. И результаты, они, в общем, как бы показывали, что тренд в матче изменился. Ну, понятно, все равно, как говорится, 5 побед у него есть, нужна 1 победа. Или, можно сказать, нужна 1 серьезная ошибка с моей стороны. По любому закону статистики я должен в какой-то момент ошибиться. Но статистика – это одно дело, вообще там все эти общие рассуждения. А конкретно Карпу тоже надо было ходить каждый день на партию. И мне кажется, что вот эта мысль о том, что ему надо постоянно ходить, и, в общем, непонятно, когда все это кончится, она его, конечно, выводила из себя. Более того, очевидно, было давление со стороны начальства, требующее этот матч прекратить, ну, потому что он неприлично затянулся. И когда после 47-й партии нас попросили из колонного зала, выгнали просто из колонного зала, потому что Карпов так и не выполнил свое обещание, матч не закрылся. Это уже самый конец января 1985 года. То я думаю, что психологическое состояние Карпова стало катастрофическим. Ну, надо переезжать куда-то в другое место. Ну, во-первых, как бы никто к этому не готовился. Там, на ходу там что-то делать в гостинице «Спорт». А потом начинается этот технический тайм-аут, потому что вдруг кому-то приходит в голову идея. Ну, мы сейчас нельзя сказать, кто ее впервые озвучил. Может быть, Севастьянов, может быть, еще кто-то. О том, что матч вообще надо прекратить, а потом начать потом, как бы уже, значит, чтобы Карпов пришел в себя, как бы там завершить его, когда все будут к этому готовы. И вот после 47-й партии начинается вот эта челночная дипломатия. Там, первый, по-моему, появляется Кинцель. Он был член апелляционного комитета, там, да, как тут называется, у нас там же там был главный судья, и там был апелляционный комитет. И вот он, по-моему, появляется в гостинице России, и начинается разговор о том, что надо матч прекращать. Я вообще в каком шоке, как это я не понял. Вообще-то тут в шахматы играем. Просто. Ну, меня, конечно, это заинтриговало в том плане, что вообще с какого дуба можно обсуждать такие темы. Вот надо здесь сделать маленькое отступление вообще, вернуться к началу матча, вот, о том, что мы говорили о словах Компомановса, даже не перед началом матча, а еще когда мы закончили играть полуфиналы в Лондоне, и Компоманос тогда дает понять, что вообще-то как бы он будет принимать решение всегда. И так вот как бы легким движением руки забирает месяц подготовки. А потому что я здесь самый главный. Перед началом матча надо подписывать бумагу об участии,
И вдруг выясняется, что там чуть-чуть правила изменились. И я, в общем, как бы начал возмущаться, почему вообще там какие-то новые правила дают. Хотя не понимаю вообще, в чем там смысл, но все равно, почему новые правила. И буквально там за там, неделю до начала матча мне сообщают, что если я не подпишу, то вообще меня снимут с пробега и смыслово будет играть. Угу. Ну, а что там было конкретно, вы не помните? Вот новые правила матча, и вот там появляется вот этот самый пункт, по-моему, 6.11, вот, который дает президенту возможность вмешиваться в ход матча и принимать окончательные решения. Я думаю, этот пункт, он как-то зародился еще в Багио, потому что когда Карпов оказался в критической ситуации, там не исключено, что были разные сценарии. Они на ходу прорабатывались. А здесь, как бы учитывая, что Кампоманес уже имел опыт Багио, и понятно, что он был полностью на стороне, естественно, там советских начальников, вот, была возможность использовать вот эту неограниченную власть президента Фиде для того, чтобы принимать какие-то решения. Я не думаю, что ему какой-то план, просто на всякий случай... Подстелили соломку. Да, вот именно, на всякий случай. Именно этот пункт и будет использован. Но тот факт, что за неделю до начала матча мне просто выдвигают ультиматум. Или вы подписываете, или вас снимают вообще с пробега. Там Василий Васильевич разминается там где-то там, на бровке. Я тогда его подписал, значит, как бы, и вот и в итоге вот этот пункт, он и окажется тем трамплином для решения Кампоманеса. Договориться ни о чем было невозможно, потому что договориться было не о чем, в принципе. Вот. Я там довольно подробно в книге «Безлимитный поединок» описываю эти там события как по горячим следам, потому что там уже начинают вмешиваться разные люди. Ну, кстати, оргкомитет матча был весьма представительным. Там, председателем был там, кандидат члена Политбюро Демичев. В какой-то момент туда меня вызывают к Демичеву в эту череду этих тайм-аутов. Это вот между 47-й и 48-й партией? Мне кажется, да. Мне кажется, между 47-й и 48-й надо проверять, потому что опять какие-то события начинают сейчас расплываться. Вот. Во всяком случае, я хорошо помню, как Демичев мне говорит, ну а что, какие проблемы у вас? Матч-то у вас товарищеский. Вот это я помню очень хорошо, как я говорю, вообще-то матч за первенство мира. Не, ну опять, ему все это было до фонаря просто. Надо было что-то делать, сказали, в общем. И как бы и они пытаются как бы вот ситуацию контролировать и выполнить поручение. Судя по всему, у Карпова проблема психологическая. Причем гораздо больше, мне кажется, психологическая, чем физическая. А ему все это осточертело, и он не хочет выходить на партию, потому что там надо, во-первых, играть черными. В этот момент уже, как бы, ясно, партии черными вызывали у него отторжение, потому что, ну, все время надо какие-то проблемы. И главное, что видно, что я играю все лучше и лучше. Ну, то есть, как, не то чтобы там что-то космическое было, но ничего похожего на начало матча нету. То есть. А более того, значит, уже, то есть, с момента там, выигранной 27-й партии там уже прошло... Два месяца. Больше двух месяцев уже. Значит, я, по-моему, 31 января выиграл 47-ю партию, а он выиграл 23 ноября, по-моему. Угу. Вот ту 27-ю. Ну, то есть Карпов играем, в общем, и ничего не получается. Значит, я думаю, что там вот такая в этой суматохе как решение принять точно не могут. Значит, естественно, никакой договоренности быть не может. Потому что почему надо матч прекращать? Я себя очень хорошо чувствую и вообще хочу играть дальше. И в итоге матч переносит в гостиницу «Спорт», и мы играем на 48-ю партию. Я думаю, кстати, лучшая партия матча. Вот если так объективно посмотреть, как бы лучшая партия, ну, она не без как бы греха. Ты знаешь, нет, все-таки, мне кажется, после 48-й партии было встреча с Демичевым, потому что я вспомнил вот еще момент, когда он мне начинает говорить о том, что вообще-то мнение профессионалов, вы неплохо реализовывали переезд 48-й партии. Я вообще не упал со стула вообще. Я рассказываю. Да, естественно, я мог выиграть проще там. Вообще-то я выиграл партию. Причем партия, безусловно, была как бы по меркам того матча очень качественно. И Карпов играл ее тоже качественно. Нет, он ничего не подставил там. Просто проиграл партию. Значит, там была очень там, интересная дебютная как бы, вот такая дуэль. Как бы. Я потом провел очень необычный план. Как бы, получил перевес. Карпов как выстраивал какую-то крепость. Я очень хорошо ее разваливал. Там, ладьями там, по-карповски, по третьему ряду. Там, вот. В общем, очень, мне кажется, хорошая партия. Он там думал, что слон на d5 его удержит что-то. Ну, там комбинирую угрозы на короля и нападение на пешку e6. Я, в общем, в итоге получаю ладей на эндшпиль с лишней пешкой. Вот. Выпустил более четкий выигрыш. Тем не менее, при доигрывании все равно добиваюсь победы. Я был очень горд, я помню. Значит, хорошая, качественная партия хорошая.
Вот. И я думаю, что после этого у Карпова начинается просто истерика. Потому что 5-3. Ну, опять, 5-3, понятно, что это еще как бы это еще далеко. Но вообще-то, если станет 5-4, то тогда уже как бы все может по-другому быть. Mm-hmm. А главное, мне кажется, здесь психология. Карпов просто, я думаю, боится выходить на партию. Потому что он не верит в победу. Ну, а когда человек не верит в победу, это уже это проблема. При том, что явно соперник на подъеме. Mm-hmm. Ну, там видно было, что я начинаю играть... Даже небо не столько лучше, это само собой, а увереннее. Вот. Видно, что как бы у меня есть какой-то порыв, там мне интересно все, а ему хочется скорее куда-то сбежать. Дальше уже начинаются там, события стремительно разворачиваются, потому что вот эти тайм-ауты, вообще череда технических тайм-аутов, вообще, да, подумать на секундочку. Они там были вообще предусмотрены? Нет, там все там нарушили. Там какой-то тайм-аут берет Карпов, но там потом какие-то технические тайм-ауты. Откуда они взялись, никто не знает. И вытаскивают срочно Кампоманос. Но потом Кин об этом рассказывает, что они там где-то с Кампоманосом были. В тот момент Кин находился внутри этой системы и думал, что, в общем, как бы у него будут свои шансы там как бы подняться и там и пересидеть Кампоманос изнутри. И Кампоманос срочно вылетает в Москву. Начинаются вот эти переговоры. Значит, Кампоманос появляется у нас в гостинице «Россия». Вот, и начинает говорить о том, что вообще-то как бы надо вот найти вариант матча. Сам я говорю, никаких матч, извините, надо играть дальше. Вот. И Кампоманос говорит, ну, если вы не хотите, тогда я буду принимать решение. Я вообще смысл фразы не понял, что такое принимать решение. Вообще-то написано черным по белому. Матч заканчивается, когда одна из сторон выигрывает 6 партий. Или там, другая сторона не может продолжать игру. Все, больше никаких вариантов нету. А, тут довольно интересно, потому что мотивировка Кампоманоса будет, что я там ответственный за матч. Но я об этом писал вот, в статье «Кому выгодно», о том, что ни по какому законодательству, самому идиотскому, нельзя использовать один пункт правил для отмены другого пункта правил. То есть, если они там находятся, они равнозначны, как бы, да. Способы завершения матча были четко определены. Их было только два, значит. Выигрыш 6 партий одним из участников или невозможность каким-то участникам продолжать игру. Никаких иных вариантов было не предусмотрено. А принятие президентом окончательного решения могло касаться какого-то спора, все, но не способа окончания матча. Ну, понятно, что это, как говорится, это никого сильно не волновало, в общем-то. И в итоге, значит, после всех этих переговоров бесконечных, значит, Кампоманос принимает решение. Притом, мне еще там потом вменяют вину, что после 48-й партии я взял тайм-аут. Кстати, тайм-аут помог, дал выиграть время. Мне кажется, было совершенно логичное решение. Вообще, после выигрыша такой партии, двух партий подряд, надо было в себя прийти, потому что новая ситуация начала складываться. Три тайм-аута на первые 24, а потом по одному на каждые 8 партий. Ну, в принципе, 48-й, у меня там остался лишний тайм-аут, как бы, да, ну, я думаю, ну, надо взять его сейчас, как бы, собраться, потому что, ну, ситуация реально новая. То есть, у меня заблежила надежда какая-то. Да, но 5-3 – это уже не 5-0, не 5-1, да. Да. Борьба какая-то. Да, это уже какая-то борьба. Более того, я выиграл две партии подряд. И видно, что, как бы, что, понимаешь, когда в боксе, да, значит, соперник, ну, это не нокаут, но, в общем, там нокдаун один был, он там, видимо, в гроге находится. Ну, в общем, может быть, нам удастся нанести еще удары. Там, глядишь, там, как бы, мы тут сейчас там, прорвемся где-нибудь, и там уже там, и 5-4 может стать. При том, что, как бы, у нас в этот момент довольно комфортабельная ситуация дебютная. 5. Все это, конечно, условно, но на тот конкретный момент достаточно, как бы, ситуация вот, выглядит очень хорошей, потому что в Шевенгене мы, в общем, чувствуем себя хорошо. Какие-то там уже там идеи, там, значит, все... Есть практически в любом направлении. Карпов явно не любит эти позиции, у него проблемы. После первого хода Е4 моего у него кризис. Мне потом Сережа Макарович будет рассказывать, что они там работали, и он предлагал Карпову играть модификацию русской, а он потом сыграет ее в матч-реванше. Это довольно острый вариант. Вот. Мы тоже начали его смотреть, но Макарович, кстати, довольно глубоко его проанализировал тогда. Вот. Но там опасная позиция, и он говорит, Карпов просто не мог даже на эту позицию смотреть просто. При том, что как кто-то показывает, тут вроде ничего не получается. Вот. И там Каспаров все-таки не сможет рисковать, потому что все-таки, ну, 5-3, как бы, он не может там пожертвовать пешку просто так. Мы начали это смотреть тогда еще. Но Макарыч, как я говорю, уже ушел дальше. Но для Карпова это было там слишком опасно. То есть, как бы, вот видно было, что он, как Сережа говорит, Макарыч, он не готов был никаким осложнением вообще. Явно не хотел никакого риска, а там позиция очень, очень опасная, видно. Ну, визуально очень опасная.
Значит, у него после всех этих разговоров, как бы, значит, там обработки Демичева, как бы, значит, сегодня получается компоманес, который там приходит в гостиницу. Вы с компоманесом говорили один на один или была? Нет, там, в коллективе? Нет, там был кто-то, я не помню, но кто-то был там, естественно, мама была там. То есть там, на самом деле, никто не прятался. Он тоже не прятался. То есть, как бы, он пришел с предложениями, там, естественно, там а мне, он пришел с Севастьяновым. Вот, он пришел с Севастьяновым. Руководителем шахматной федерации. Да, президентом шахматной федерации. То есть, понятно. Севастьянов, мне кажется, вообще был там, ну, как бы, одним из главных действующих лиц, потому что он-то Карпова хорошо знал. Понимал, что сейчас важнее всего, как бы, там, лишить, как бы, ликвидацию угрозы. Вот есть конкретная угроза, что сейчас что-то случится, да, как бы, значит, поэтому надо ее, как бы, погасить. А потом посмотрим. Такая здравая позиция. Кстати, вот это во многом будет определять действия всех этих людей, что вообще надо сейчас, как бы, закрыть тему, а потом посмотрим. Потом там разберемся, что будет через, там, через месяц, через два месяца, через полгода. Утром 15 января там партия должна состояться. Нам объявляют, что вообще с компоманс будет пресс-конференция против, партии не будет. То есть за день это вы готовитесь к партии, рутина, просыпаетесь утром, а он говорит, партии не будет. Да, объявили там пресс-конференция, пресс-компоманс, пресс-конференция. В общем, до конца не понимаем, что происходит. Маме сказали, как бы там, ну, передали нашему руководителю делегации. А он был зампредседатель спорткомитета Азербайджана, там, Юрий Мамедов. Что вообще-то, как бы, значит, вот там большие дяди решают, как бы, в общем, лучше там не влезайте, там в гостиницу спорт будет пресс-конференция. И тут маме звонит Рона Петросян. Рон Яковлевна. И говорит, Клара, если он не поедет туда, то он тебе это никогда не простит. Вот собирайтесь, езжайте туда. Вот я, говорит, точно знаю, что он должен там находиться. Я не знаю, что там будет, но он должен там находиться. Мама, надо сказать, сразу, в общем, принимает решение. Да, поехали. А вы писали в книгах, что вы не хотели ехать. Было указание не ехать, в принципе, да. Ну, вообще, как бы, а что там делать, в принципе, непонятно, да, как бы. Ну, все-таки все в новинку же, как бы. Мне 21 год все-таки еще, понимаешь, как бы. Я вообще... В шахматы играю, да? Я уже прошел какую-то школу, там, понятно, там, с ситуацией с матчем с Корчным, вот с этим. Понятно, что там есть политики много, вот, но вообще-то ситуация совсем необычная. Вот. Угу. Доиграть матч невозможно. Мы собираемся и едем, причем поехали все. Тут все ребята решили, надо поехать просто там. Никитин, там, Тимофеев, вся команда. Едем туда, значит. Но на самом деле это было решающим фактором. Потому что, как бы, начинается пресс-конференция, там количество там прессы какое-то немеренное. Ну, все-таки 85-й год, февраль, Москва, там огромное количество западных журналистов, которым делать нечего. Ну, что-то ничего особенно не происходит. Там Черненко еще, там, знаешь, там трясущийся, в общем, как бы на почти на смертном одре голосовать ездит. Там, знаешь, там, ну, событий нету. И вдруг какой-то шухер начинается. Что-то начинается просто вот. Поэтому зал вдруг, камеры вообще тут, иностранцы везде находятся. Вот. Меня не пустить нельзя как бы туда, в общем. Да? Хотя там начинают бегать какие-то люди, в общем. Что вообще-то, что вы здесь делаете? Так, мы сели там, сидим. Значит, наши. И появляется компоманес. И тут мне не надо было говорить два раза. Когда он видит меня, у него лицо, ну, как компоманес, лицо невозмутимо, покерное всегда. Но видно, что он сильно, сильно... напрягся, потому что этого было не предусмотрено. И не надо быть психологом, не надо там иметь специальное образование, там, не надо быть Фрейдом, чтобы понять, что компоманес, когда он там выходит к микрофону, он принимает для себя какое-то решение. То есть совершенно очевидно, что он должен, он пытается понять, что ему надо сказать. Дальше как бы на самом деле все же на самом деле записано было. Да. Все ходы были записаны. Поэтому, когда я слышу, там Карпов сказал Каспарову, что-то там сделали, я там... На самом деле, это удивительная черта, но ну, в этом плане там Карпов с Люмжиновым, они, в общем, они как бы, они очень похожи, они оба начинают верить в то, что они говорят. Просто вот как бы, вот было вот так вот. Но есть большое количество фактического материала просто. И конкретные слова многих людей, как бы, которые позволяют просто картину с максимальной достоверностью там восстановить. Совершенно очевидно из того, что, как говорится, потом произошло, что компоманес
объявил не то, о чем договаривались. То есть, на самом деле, наверняка речь шла про то, что прерывать матч и начинать новый матч со счета 2-0. Это то, о чем, как говорится, говорили. О чем Компоманес договаривался, скорее всего, напрямую с Карповым. Ну, я думаю, что Карпов в этом процессе участвовал. Договаривался там с начальниками, там, с Севастьяновым, там, с теми, кто там давал ему инструкции. Но вот это то, что тогда существовало. Как бы, вот это, матч закрывается, и следующий матч играется из 24 партий, и у Карпова перевес 2-0. Да еще плюс еще ничья вперед, как бы, на всякий случай. Такой хороший такой старт начать сделать. Да? Но увидев меня в зале, Компоманес принимает решение. И вот я думаю, что пока он там шел, там не знаю, там, 5 метров от своего стула в президиуме до трибуны, до подиума, он принимает решение изменить расклад. При этом он хорошо понимает, я думаю, не надо ему было ничего говорить, о том, что все разговоры, там, ссылки на это, там, параграф 6.11, все это вилами на воде писано. То есть, на самом деле, то, что он делает, полное беззаконие. Он не имеет никакого права это делать. И если сейчас начнется скандал, то, ну, будут проблемы. А скандал наверняка начнется, потому что он видит меня в зале, и понятно, что там объявить сейчас 2-0 невозможно. Поскольку в соответствии с соответствующими уставами ФИДЕ, президент ФИДЕ обладает властью принимать решения в периоды между конгрессами. И поскольку under the match regulations, в соответствии с правилами проведения матча президент несет персональную и официальную ответственность за весь матч. I therefore declare that the match is ended without decision. И он принимает, действительно, вот, надо сказать, вот решение удивительное. К сожалению, так и не написал мемуаров. Он грозился написать мемуары, но так и не написал их. А решение действительно удивительное, потому что он говорит вещи, которые, ну, как бы, я должен переварить их. Ну и, в принципе, когда объявляют 0-0 и начало нового матча, ну, мне странно протестовать. Но я начинаю, как бы, вот... Считать. Начинаю считать, я начинаю думать, в принципе. Я понимаю прекрасно, что это все, так, как, все это неправильно, как бы, да, но... Ну, с другой стороны, все-таки 0-0, новый матч, как бы, да. Ну, так это... Да, понятно, у Карпова там ничья вперед, как бы, тем не менее, там про матч реванш никто ничего не говорит, как бы, ну, тем не менее, это другая история. Ну, это надо все надо обдумать. Компоманес объявляет, вот, значит, это. За столом президиум явное... А Карпов где в этот момент? Карпова нет нигде. Карпова нигде нету. Западные журналюги начинают Компоманеса терзать, потому что у них там развлечение появилось. Да. Понимаешь, вообще в Москве там безжизненная пустыня с точки зрения новостей, и вдруг такие события. При том, что не надо тут копять, не надо быть экспертом по шахматам. Компоманес там стоит, Каспаров сидит в зале, а Карпова нету. Значит, и поэтому, значит, начинается разговор. А вообще Карпов там живой или вообще что происходит? Карпов, очевидно, был неподалеку, потому что, в общем, через некоторое время он появляется. О, вот и Карпов пришел. Идет президиум. Я сижу, я продолжаю сидеть в зале. Подготовлены фразы там из Марк Твена, там слухи о моей смерти преувеличены, я, в общем, это самое. Вот. И дальше, на самом деле, по тексту идет. Мы не о том договаривались. Из этого текста все вытекает. Просто. При этом, значит, они еще говорят там, значит, в президиуме, вот, что вообще-то это самое надо играть. Ну и... То есть Карпов говорит, что надо продолжать матч, он не согласен? Да, что-то с этим не согласен. Я тоже вылезаю, значит, я говорю, теперь, может, мне тоже дадут сказать что-то. Там опять замешательство в президиуме, значит. Ну и зала тут, как говорится, пусть Каспаров скажет. Ну, естественно, тут Рошаль не удержался. Подколоть меня, если мама разрешит. Как бы сказал Рошаль. Ну, я отфиксировал. Запомни. Я скажу вам здесь или там. Нет, я буду говорить здесь. Впервые за 5 месяцев у меня появились некоторые шансы. Некоторые. 25% или 30%. И сейчас у меня их пытаются отнять. Бесконечными затяжками. И пусть те, кто затягивают матч, отвечают за это. Матч должен был продолжаться. Я говорил это 2 недели назад. Без тайм-аутов, без перерывов. Но матч оттягивается, оттягивается. И ясно, что с каждой оттяжки шансы чемпиона мира на выигрыш одной партии возрастают, а мои уменьшаются. Вот. Потом мне опять это вспоминают. У него было мало шансов, он признался. Да, ну, да, у меня было 25% выигрыш шансов, 30% может матч. Но до этого был ноль.
То есть, поэтому это вообще... Ведь понятно же, на самом деле, что это не вопрос, как говорится, как сравнивать мои шансы там после 48-й партии и до первой партии. А это все-таки 48-я против, там, скажем, там, 45-й, да? или 40-й. И совершенно очевидно, что шансы есть, и я говорю, надо играть дальше, давайте, как говорится, проблем нет. Понедельник, а что понедельник играть? Ну, тут полное замешательство, на самом деле, потому что решение-то кто-то уже принял там на самом верху. Вот. И понятно, что это решение надо как реализовывать. И опять здесь как бы там сегодня вот этот бред, который несет Карпов там, вот, принимали Алиев. Никакого отношения, ну, советская система работала уже четко, что никакого отношения Алиев к этому иметь не мог просто. Ровно потому, что это система спорткомитета, там отдела ЦК, как бы принимали решения люди, которые ответственны были за это. Я думаю, Севастьянов играл действительно ключевую роль в этом. И это выяснилось, когда там нас там куда-то увозят в какую-то комнату там для обсуждения. После вот этого... После, да, когда там, ну, когда скандал вот начинается. И на самом деле обсуждение заканчивается очень просто. Как бы решение Компоманеса, все, как официальный бюллетень, Карпов согласился, Каспаров подчинился. Просто написано, черным по белому написано. Это было. Где было написано? В решении, в том, что было объявлено ФИДЕ, согласился, подчинился. А почему так было написано? Ну, потому что я сказал, ну, а что мне делать? Я против. А Карпов сидит там, ну, я же не подписал это. Карпов совершенно, мне кажется, потерял вообще там, как бы, вообще, там ориентировку. И Севастьянов просто говорит, я был момент этот помню, то ли подпиши, хорошая бумага. Севастьянов четко понимает, да сейчас надо закрыть матч, а потом разберемся. Потом мы там решим, там, дисквалифицируем, там, что-нибудь придумаем. Но сейчас надо закрыть матч уже, потому что, во-первых, Карпов явно не готов к никакой игре, а главное, что есть решение. Кто-то принял решение, которое надо выполнять. И вот в этой комнате ясно, что они должны это решение продавить любой ценой, как бы, значит, 0-0 уже бог с ним. Карпов спрашивает, а матч-реванш? Ну, я думаю, какой-то... Вот. И тема так, она так прозвучала там, значит, как бы, ну... Опять, кто там про это думал? Ну, вообще, даже вот в этом состоянии Карпов точно помнит, что вот надо на всякий случай еще тут подстраховаться. То есть вот. И вот эта идея, что там матч-реванш, она появляется. Я не помню, она в тот момент еще не была никак оформлена. Вот, но, тем не менее, как бы вот уже там, они думали на всякий случай, да, как бы вот это поставить, значит, оборонительные рубежи многочисленные. Компоманс тоже надо закрывать тему. Вот. И поэтому все заканчивается вот этой формулировкой. Согласился, подчинился. А на вас давили там, чтобы подписать? Естественно, конечно. Нет, естественно. Я сказал, ничего не подписывать не буду. Я ничего не подписал. Само собой, Севастьянов там, Авербах тоже там был. Там, тоже давили? Ну, да, опять решение же есть какое-то. В тот момент, я, как я писал вот в этой своей статье, что мне стало ясно, что там есть решение сверху, которое они должны выполнить. И поэтому матча никакого больше не будет. А решение, скорее всего, было принято, ну, людьми кем-то там приняли быстро решение. Давайте это закроем просто, да? Ну, я не знаю. Надоело. Я думаю, что это не это все-таки опять. Учитывая, что председатель оргкомитета был кандидатом в Политбюро, оно не могло принято быть кем-то. Понятно, что это решение принималось серьезными людьми. Я пытаюсь понять, кто его принял и исходя из какой мотивации. Я думаю, что состояние Карпова было достаточно таким, ну, скажем так, хаотичным. Или там невротичным. Вот. И появился определенный риск того, что я могу выиграть матч. Что было абсолютно неприемлемо. Опять, он может был там... В тот момент еще там не... Ну, ситуация была не критическая. Неважно. 25% у меня шанс. Может, меньше 20%. Но понятно, что это было сильно отлично от нуля уже. И поражение Карпова, оно как бы... Оно вообще не вписывалось никуда вообще. Вот как бы. Все-таки еще Черненко у власти. Еще осталось до прихода Горбачева месяц с лишним. И на этом фоне, как бы, вот там всех этих разборок внутри там, Политбюро, понятно, что там какие-то идут свои большие игры. Этот матч, он, мне кажется, начинал раздражать, потому что совершенно очевидно было, что Каспаров, он как бы он не вписывается вот в эту благостную картину. А не знаю, кто решение мог принять его закрыть. Но понятно, что оно было четко сформулировано, вот как бы, потому что у всех людей, которые участвовали в этом процессе, от Севастьянова до других функционеров, было понимание, что они должны выполнить инструкцию. И ну, они выполнили инструкцию. Потом, конечно, когда ситуация начнет раскручиваться, как бы, потом уже Карпов будет писать письмо Компоманусу, давайте начинать матч снова, продолжать. Ну, вообще абсурд. Матч закрыли, а потом давайте начинать матч снова. По сути, в этой комнате матч был закрыт официально, матч был закрыт, да? Матч был закрыт просто. Закрыт матч, при том, что, еще раз говорю, согласился, подчинился. Это вот как бы, вот это официальная формулировка была.
Я даже помню, я вышел там, это журналисты западные, я говорю, ну вот, вот так вот. Вот так вот, так и Компоманос потом говорит, в принципе, да, значит, ну вот. Он, кстати, по-моему, вот эту фразу, он ее произносит. То есть согласился, подчинился. То есть это как бы вот это все будет сказано уже как бы по завершению вот этих разговоров. Кто там о том, что будет дальше, не думал. Потому что, опять, события, как бы, они все-таки еще не закончились, потому что Карпов какую-то попытку предпримет там себя обелить. А вам как кажется, и, может быть, вы помните, как вам тогда казалось, он играть уже не хотел? Слово «не хотел», оно неправильное. Мне кажется, он просто психологически не готов продолжать игру. Ну, потому что это он... что такое? Это истощение какое-то? Нет, не шахматным людям просто трудно понять, что это такое. Нет, я не думаю, что это связано чисто с физиологическими причинами, хотя там говорят, что там, в барокамеру клали, там как бы помогали. Это истощение психологическое. Мне кажется, что вот он просто боялся выходить на партию. Вот выйти на партию, вот не хочется. Вот выйти, потому что уже проиграл две партии. Черт его знает, что будет дальше. Надо готовиться. И вот я вспоминаю то, что говорил Макарычев про вот эти разработки Макарычева в русской партии. Карпов, по-моему, даже не в состоянии был даже готовиться к партии. Надо готовиться, надо что-то воспринимать. Вот ему явно хотелось вот от этого всего избавиться. Вот это мне так сейчас кажется. Ну и тогда, в принципе, казалось, что возник просто, ну, такой, я не знаю, понимаешь, отторжение. Вот нервная система отторгает вообще. Хочется закончить скорее просто и куда-то уйти. Ну, такое же бывает. Ну, в принципе, у него примерно так же складывался же матч с Коршным в 78 году. Да, были определенные аналогии. Может быть, эти аналогии довели на Севастьянова. Потому что там тоже, знаешь, было 5-2, а потом стало 5-5. Вполне возможно, что Багио у них там в подсознании сидело вообще. Не дай бог такое повторится. Но здесь, на самом деле, ситуация была гораздо хуже, чем Багио. Потому что Багио все же было очень быстро. Угу. Ну, как бы, Карпов выиграл 27-ю партию, стал 5-2, а потом Корсун выиграл 28-ю, 29-ю, 31-ю, и Карпов сразу 32-ю. Да, конечно, был кризис, но он быстро разрешился. Угу. А здесь же все же тянулось, здесь такая долгая такая агония идет. Просто угу. Вот тут играется бесконечный матч. И на фоне этого бесконечного матча, когда видно, что, как бы, что я становлюсь как бы сильнее, а Карпов становится как слабеет, появляется призрак Багио. Угу. Было 5-2, стало 5-5. Тут было 5-0, стало 5-3. И шансов, что Карпов выиграет 49-ю, не так много, потому что тогда опять все произошло очень быстро, как-то вот как бы, значит, они там сумели как бы вот переломить Карпов, ну, играл неплохо партию, ну и все эти скандалы, там, Зухарь, там, и так далее, там, на Корчного надавили, но ясно, что если Карпов 32-ю не выиграл, какие-то события могли произойти. На самом деле, вот мне интересно, а 33-я партия игралась бы, на самом деле, учитывая, что он уже две партии черными проиграл Карпов, вот. Интересно. А может, не игралась бы 33-я партия. Но ощущение, что вообще-то какой-то вариант вот прекращения матча, он тогда уже где-то витал в воздухе. Но здесь-то просто уже там те же самые три партии проигрываются, но в таком в пролонгированном варианте. Надежды на то, что 49-й что-то изменится, у них не было. А продолжать матч, ну, 49-я партия, ну, тут, по крайней мере, хоть 48-я, хоть какая-то, Компоманос говорит, круглое число, мы тут закрыли, игроки истощены. Я потом пошел в футбол играть, правда, вот, что запретили показывать потом, журналистам освещать, потому что странно было, да, как бы. А у вас не было никакого, вот, ну, вы вообще как себя чувствовали? Совершенно не было. Вот, просто, я хорошо себя чувствовал. Вот, мы были на подъеме, я просто хорошо помню, это были на подъеме. Вот команда, ходили там в кино, там, я помню, фильм смотрели «Бонзай». Какая-то комедия, по-моему, французская. Вот. После 48-й партии мы, значит, едем, значит, шофер Коля наш на Ленинский проспект выезжаем, вот, в принципе, он отпускает руль и кричит «Бонзай!» по Ленинскому проспекту. У всех было хорошее настроение просто. На самом деле, все же привыкли уже. Как бы, вот у нас не было проблем. Понятно, что я все равно мог проиграть одну партию. Там, подставился, и партия закончилась. Но ясно, что у нас был подъем, а там был разлад полный там. И явно Карпов был просто как бы не в состоянии себя собрать и как бы и выйти, потому что на партию. 32-ю все-таки он там собрался, вышел там. Понятно, что помогли там на Корчного, 32-ю в баге. Да, там надавили там на Корчного, там Йогов убрали, там Зухарь что-то сделал. Но тем не менее Карпов все-таки партию играл еще, понятно, одну партию. А здесь, ну, он уже старался, 31-ю хотел, 41-ю хотел. Не получалось. А после 49-й, ну как, нельзя же прекратить на 49-й, а потом на 50-ю играть партию. Вот. И так до бесконечности. Ну, не бесконечности, там дело в том, что можно, значит, проигрывать. Ведь сначала же партия проигрывается психологически, а потом уже там как часы останавливаются. И в тот момент вероятность того, что он начнет рассыпаться, она существовала. Я еще раз, вот много раз надо повторять, это никаких гарантий не было, потому что 5 – это очень много. И подставиться можно в любой ситуации. Тем более, что понятно, какое у меня было настроение – я тоже устал, в принципе, да, все-таки играем уже там, я не знаю, больше 5 месяцев, да. Но
Карпов вообще не готов был к минимальному риску. И его покровители, как говорят, те, кто отвечал за исход матча, тоже не готовы были к ситуации, когда у Карпова появилась там реальная возможность матч проиграть. Угу. Вот такая возможность есть уже. Как бы, да? 5-3 – это 5-3 все-таки. Да? Там, а 5-4, но при 5-4 матч уже не закроешь. Уже, понимаешь, ну тут уже, ну да, вот уже... Они, по сути, приняли очень вовремя для себя очень правильное решение. И опять, и очень важно, что они понимают, ресурсы все равно будут. Во-первых, понятно, что я, скорее всего, что-то могу сказать, как бы. То есть, ну, я про интервью Шпигеля они еще не знали, но знали, что такое может случиться вообще. То есть, возможности меня там снять с пробега, они появятся потом уже. Важно пока матч как бы оттянуть куда-то вот туда. И, опять, грамотное решение, кстати. Есть угроза, появилась достаточно серьезная угроза, они ее купировали. Вот. А потом посмотрим, что будет дальше. Ну и, в общем-то, решение... Ну, они, наверное, еще думали, что решение, которое они принимают, в целом устраивает и вас. Ну, по большому счету. Ну, дело в том, что оно ставило меня в, как, ну, вот, в ситуацию, когда я, конечно, протестовал, но понятно, что внешне оно выглядит нормально. То есть очень важно, что оно не подставляет их, потому что оно сбалансировано. Оно все-таки дало мне определенные преимущества. Вот. Там понятно, что дальше там уже появится потом матч-реванш, когда мы начнем смотреть на все эти самые, там, на выстроенную систему, как говорится, которая там поддерживала Карпова там, на уровне матча на первенстве мира еще 3 года, то поймем, что на самом деле он получил там массу этих дополнительных преимуществ. Но в тот момент как бы вот внешне это все выглядит как, в общем, ну, Каспарову дали тоже там возможность там начать с чистого листа. Вот, там матч, там 24 партии, там, ну, понятно, там Карпов плюс один как бы фора есть, если исходить из того же. То есть, поэтому не 2 очка теряет, а очко на самом деле. Как бы, если, с другой стороны, ничья в поле чемпиона – это старинное шахматное правило. Нет, оно как-то... Мы сейчас не про... Мы просто говорим о том, что теряет. Не 2 очка теряет, а очко теряет. Потому что если мы смотрим опять на матч, как бы, да, ну, да, начинается новый, то он потерял. У него отняли как бы это очко сейчас. Как бы, да, вот. Плюс добавили матч-реванш. Так, на всякий случай. То есть как бы там... Сделали прокладку. А матч-реванш, как бы, это так, еще дополнительная возможность как бы, там, удержаться. А потом в итоге будет появиться суперфинал. Там, значит, как бы, то есть он там 3 года будет только играть матч за первенство мира. Вернемся все-таки к событиям. Вы вышли вот из этой комнаты, было объявлено это решение, да, что матч прекращен. Какие, вот, как дальше развивались события? Какие-то еще были переговоры с Карповым, может быть, переговоры с Севастьяновым? Нет, переговоров ни с кем не было уже. Потом, я говорю, появляется письмо Карпова через несколько дней. Ну, Камаманос тоже деваться некуда уже. Понимаешь, что ничего сделать нельзя, как бы они там для формальной проверки обращаются ко мне, я как бы, извините, все, матч закончился, тут люди разъезжаться начали уже там, ну, спорткомитет, вообще как бы надо выезжать из гостиницы, надо там ведомости закрывать, вообще все как бы там, все завершилось. То есть у нас как команда вся разъезжается, то есть вот мы начинаем там думать, что делать дальше уже как бы, вот, но ритм сбился рабочий, все. Мы выехали 1 марта, я просто помню, потому что мы жили с 1 сентября в гостинице до 1 марта. Ровно полгода. Да. Ну, при этом еще важно, что опять там была дополнительная поддержка там профсоюзов тогда. Вот Степан Шалаев был главой профсоюзов. Там, нам еще дали возможность пользоваться профсоюзной дачей в Пестово. То есть, как бы, у меня то есть, возможность была выезжать за город. То есть, как бы, поэтому инфраструктура такая, в общем, в тот момент... Во время матча, в смысле? Во время матча, да. Во время матча там мы туда выезжали. То есть, в гостинице «Спорт» вы сыграли одну партию, получается? Одну партию, 48-ю все. На этом как бы... Счастливая гостиница «Спорт». Гостиница очень счастливая, да. Сейчас ее снесли уже. Да, сейчас ее снесли, как бы, но там действительно там с ней связаны очень, очень приятные воспоминания. Как-то в эти дни Алиев как-то участвовал в процессе? Никак вообще. Вы не обращались к нему? А почему? А зачем? Ну, все-таки это ваш как бы... Не, ну как, не, секундочку. А, нет, дело в том, все-таки вот член политбюро, а как-то, ну, пока... Ну, а что я должен просить, в принципе? Вот как бы вот... И если бы ситуация там вышла бы действительно там, из-под контроля полностью, если там меня там дисквалифицировали бы там, или там убили бы 2-0, то там надо бить... Но... Это же действительно как бы хитрость Компоманоса была, что он, в общем, с себя снял как бы всю ответственность. Ну, как с себя снял? Он же принял решение. Он вывел себя из-под огня, потому что он же все-таки, ну, человек из западного мира был. У нас Филиппин, но все равно как бы вот это Фиде. А, то есть, с одной стороны, матч он закрыл, как требовали начальники советские, вот. А с другой стороны, ну, вот 0-0, и вот здесь как бы к нему трудно подкопаться. То есть, он как бы, вот он проявил такую гибкость. То есть, как бы и нашим, и вашим. А мне кажется, он вообще не менял решение из-за вашего появления. Мне кажется, он просто, может быть, обманул Карпу и принял вот такое очень, на самом деле, грамотное решение. Можно, на самом деле. Опять. А политически отличное решение. Может быть. Но, тем не менее, вот если пленку смотреть, то вот момент, когда он идет, он напряженно думает. Вот видно, что вот ему надо... Он пытается понять, что правильно сказать. Все-таки мое появление в зале было фактором, который
изменило вообще, ну, динамика, знаешь, вот всегда была динамика событий какая-то. Угу. Вот. И ясно, что все пошло не по тому сценарию, который там разрабатывался. Матч как бы вот это заканчивается, ну и там впереди новый матч. А как-то вот после окончания матча почувствовали изменение своего статуса какого-то? Нет, я почувствовал себя гораздо более уверенным, потому что... Даже вот, не в шахматном смысле, а в общественном. Матч перевел меня в новое такое качественное состояние, потому что, как бы, ну, во-первых, все-таки я выставил при счете 5-0. Знаешь, это люди по-другому относятся. Проигрывать 5-0 и не проиграть, я понимаю сейчас, что, там, наверное, на фоне всех моих побед в шахматах, наверное, было самое большое достижение. Вот, ну, какие статистические шансы не проиграть матч чемпиону мира, проигрывая 0-5? Вы еще после этого сыграли 21 партию. Вы проиграли 27-ю да. Не, ну и закончили целом, на 48-ю. Да, на 48-ю. Значит, вообще, какие шансы вообще? Посчитай, давай, один из миллионов. Вообще, какие шансы не проиграть вообще просто? Угу. Да? В общем, это меня убедило в том, что как бы я готов к тому, чтобы дать решительный бой. На самом деле, этот матч, он же, в общем, он оказался там идеальной школой. Потому что я вот стал понимать вообще, с кем я имею дело. Как бы я лучше стал представлять себе Карпова. И поэтому подготовка уже к 85-му году, она будет во многом исходить из уроков вот этих. Проблема первого матча была в том, что я не представлял себе разницы между матчем с чемпионом мира и там, матчами претендентов. А в чем разница? Ну, чемпион мира просто... Ну, тут вот разница, может, очень маленькая, но на самом деле другой уровень. То есть... Просто лучше в шахматы играть, да? Или в чем? Или психология? Разница на самом деле... Нет, сопротивляемость? Нет. Вот это уровень сопротивляемости на самом деле. Вот как бы вот в целом все равно качество ходов, среднее качество ходов, оно выше. И там выигрывать партию гораздо сложнее. То есть на самом деле вот чемпион мира не случайно становится чемпионом мира. Вот, угу. И у него есть качества, которых нет у других. И вот у каждого разное. У кого-то, может, более атакующий, у кого-то, может, больше цепкости в защите. Но все равно есть нечто, что делало его первым, пусть даже среди равных. Хотя Карпов явно там выделялся, в общем, десятилетие, оно все-таки проходило под его диктовку mm-hmm. во многом. А это невозможно понять, изучая партии? Ну, вот там вы готовитесь к матчу, смотрите партию Карпова. Да. Сильно играет, смотри, как он тут. Можно, ответ можно, но все равно между изучением вот этим там, теоретическим и практическим как бы вот обучением есть большая разница. Вот. И на самом деле я получил, в общем, как бы, там, бесценный материал. Такой прошел там, знаешь, когда настоящую школу жизни прошел. И дальше мне будет уже легче играть. И, кстати, вот, в принципе, вот второй матч, он же... Он сложится в мою пользу. Ну, счет будет опять. Матч будет близкий, как бы ни в одном матче, там, который я выиграю, у меня перевеса не будет серьезного. Даже в матче-реванше, где, в общем-то, я в какой-то момент плюс 3 вел. Но на самом деле практически всем матчи, они все-таки идут, может быть, за исключением 87-го года, они все-таки шли под мою диктовку. Вот. И в 85-м году... Хотя матч складывался непросто, но все равно у меня была игровая инициатива. Там реально как бы я там владел игровой инициативой, как бы, находился все время как бы немножко впереди Карпова. То есть я лучше усваивал эти уроки. То есть, и вот в 85-м году я подошел уже как бы с пониманием того, как играть с Карповым, как лучше играть с Карповым. А он остался, в общем, в целом на том же уровне. Он, кстати, потом начинает перестраиваться. Вот интересно, что там в 86-м году, в 87-м. То есть, на самом деле, дальше он начнет тоже делать такую же работу. Mm-hmm. И поэтому матч будет как бы во многом там. В Севилье, например, явно Карпов будет уже по-другому играть. То есть, он начинает нащупывать какие-то новые, в общем-то, там для себя возможности. То есть, и, кстати, во многом поэтому он будет долго держаться, потому что он начинает работать, кстати. Вот после 85-го года он начинает большую работу над собой. То есть, он начинает, ну, меняет репертуар, переходит там с Е4 на Д4. Но видно, что как бы он начинает как бы искать новые алгоритмы для себя, то есть вот новые схемы. То, что, в принципе, он как бы он не особенно делал, потому что матчи с Корчным этого не требовали. И даже в 84-м году как бы он играл на старом багаже еще. А матч 85-го года заставит его... Переосмыслить что-то, да? Да, конечно. И поэтому у него еще будет 10 лет, на самом деле. Там, реально, до 96-го года он там будет вторым номером в мире. То есть он как бы справедливо говорит, что он вас научил на этом уровне играть? Ну, как-то там он говорит, нет, что, на самом деле, ну, как, что дал но, как бы бесценный как бы, уровень. Не то, что это делал сознательно, но то, что этот матч послужил как бы идеальным и полигоном для подготовки дальнейшего.
Очевидно совершенно. Даже какие-то вещи, которые я, может быть, там не мог сформулировать, там, они в подсознании уже присутствовали. То есть, поэтому как бы, после этого матча мы начинаем там, продумывать, как вообще как играть следующий матч. И уже нету ощущений такой новизны не будет, потому что новизна, на самом деле, она немножко опасна. То есть в том плане, что ты играешь... Что вы имеете в виду? Ну, когда ты играешь новый матч совсем, вот когда начинается что-то новое совсем, ты не знаешь, что точно будет. И это все-таки определенный дискомфорт, потому что, конечно, интересно, но непонятно, что тебя там точно ждет. Здесь уже было четкое понимание того, что можно ждать от Карпова. Мы, кроме того, уже там, набор дебютов, которые там испытывался в первом матче, вот, было понятно, что можно играть, а что не надо играть. Защита Тараша, естественно, сдана в архив. Вообще многие вещи ушли в архив просто сразу, как бы, потому что их даже не надо смотреть. Вот, как бы, вот. И поэтому к следующему матчу у нас будет очень-очень грамотная подготовка, там, именно исходя из того, что Карпову будет особенно неприятно. Вот, в 85-м году явно будет, что моя дебютная подготовка, это не вопрос даже, то, что она лучше была, получались те позиции, которые мне приятнее играть было. Uh-huh. А Карпов явно был как бы в них не своей тарелки. То есть вот поэтому матч 85-го года будет для него складываться очень тяжело, даже несмотря на преимущество в счете, которое у него потом после пятой партии будет. Мы будем играть в шахматы, которые, ну, в которых Карпов чувствовал себя не очень комфортабельно. И в конце матча это будет, конечно, по-настоящему сказываться. Вот после безлимитного матча, ну, все-таки была, наверное, дикая усталость какая-то и психологически связанная со всей этой политикой, со всем. Как проходила вообще адаптация к подготовительному, по идее, оставалось всего полгода, надо было уже садиться. На самом деле, усталость была, но было очень хорошее ощущение, что надо вообще как бы вот сейчас последние усилия предпринять. Я, кстати, поехал вот после матча, я поехал уже в Иркутск, там, 25 раз с гроссмейстерами, там, бакинская команда там вышла, я снова за нее играл, так что там сеансы давал детям, то есть как бы вот с часами. Такая была поездка, это был март месяц, если мартовские каникулы были. А потом надо было решать, что делать с точки зрения практики, потому что матч там в сентябре объявили, а турниров-то как-то не понятно, куда ехать. И вот возникает идея тогда сыграть тренировочный матч. Тоже довольно необычное, потому что вообще претенденту играть матчи, пусть даже с сильными шахматистами, ну, вдруг проиграешь. То есть, ну, у меня такой мысли вообще не было. Как бы надо сыграть обязательно. Вот. И я даже не помню, как это все получилось, но вот там журнал «Шпигель» появляется с идеей вот этого матча с Хюбнером. И потом я еще как бы договариваюсь там, с друзьями там, вот в Югославии там, матч с Андерсоном сыграть. Два матча по шесть партий. Это летом? Нет, матч, а с Хюбнером матч был в мае, а это с Андерсоном в начале июня. Вот, как бы, два матча по шесть партий. А в Хюбнера выиграл 4,5-1,5, а у Андерсона 4-2. Вот. Но играются матчи, причем, как бы, ну, все-таки Ульф такой крепкий шахматист, там, понятно. Вот. Хюбнер тоже матчи, опыт есть у него. И вот, секундантом у него был Спасский тогда. На вот. Этом матче? Да, на этом матче, да. Спасский, я помню, мы приехали, значит в Гамбурге матч был. И Спасский, значит, зашел, причем уже пришел в шортах с теннисной ракеткой, значит, там, вот, мы там что-то обсуждаем, значит. Ну, Кимыч, сказал он, да, молодец, да. Карпова, сказал он, в этом матче подвели жадность и трусость. Заявление. Да, заявление. В шортах с ракеткой и ушел. Вот. Ну, там особой помощи Хюндеру не оказывал. Ну, в общем, там какие-то там перлы свои там словесные выдавал. Борис Васильевич всегда на высоте. Да, был в своем амплуа. Ну, с Хюндером неплохо играл. Там первая партия очень красивая была вот с... Вот там. Опять тоже уже там какие-то дебютные идеи у нас были, но я там за доской, правда, там их там полировал. Вот. А выиграл потом я у него, получается, что я выиграл у него потом. А, вторую партию выиграл тоже. Ну, так вот, такие игровые партии выиграл. Вот. И потом выиграл четвертую. Причем Хюбнер боролся до конца. Смотрите, все партии были такие напряженные, боевые были. Выиграл. Причем там и в комбинационной манере, и там в иншпилях там обыгрывал. Кстати, старался играть больше технически. С Ульфом это просто технические поясы. Готовились к Карпову, да? Конечно, да, естественно. С Ульфом вот там, значит, одна из новинок моего. В Каталонии мы применили старую. Как бы, вот. А одну партию я выиграл просто чисто вот такой в позиционной манере. По-моему, шестая партия, по-моему, так вот. Ульф там что-то пытался там что-то там пережимать меня там по копейкам. Я играл там очень классически. В общем, ничего. И в Гамбурге вы дали интервью? В Гамбурге, ну, так на самом деле часть проекта была. Они хотели взять интервью, потому что чувствовали, что, ну,
журналисты профессиональные, что вообще на самом деле будет интересно. Ну, и тут я разошелся. А вот до этого интервью вы как-то старались аккуратно себя вести, да? Там, не... Ну, во-первых, таких возможностей не было. Все-таки СССР был, да, ночью. Но, наверняка московские корреспонденты обращались после всего этого скандала. Понятно, в тот момент еще как бы я там не готов еще был к разговору серьезному. А в Гамбурге как бы Остапа понесло. Вот. При том, что в Гамбурге я был снова с Литвиновым. То есть, со мной как бы всегда был кадровый офицер. Другое дело, что он все-таки был из Баку. Как бы. Это все-таки у него система подчинения была другая. И он вам дал на это добро? Или вы с ним и не сошлись? Нет, я, естественно, он, я помню, долго мучился там просто, да, значит. Но... Ну, тут у любого человека же какой-то предел есть. Он уже понимал, что то, что я говорю, это на самом деле отражение там ситуации. Вот. Он долго там переживал, там, я понял, там, выходил, курил там поначалу. В общем, в итоге, как бы... Что я буду делать там, непонятно, как бы, что я точно скажу. Ну, в общем, интервью там имеет эффект, разорвавшейся бомбы. Там больше 80 изданий его перепечатывают, потому что, ну, впервые так откровенно говорится вообще там о том, что там происходит там в советском спорте, там, о том, как вся эта кухня, там, завершение матча и вообще там... Шахмат, но это было продуманный шаг или эмоциональный? Или вы почувствовали уже в Москве какие-то изменения с приходом Горбачева? Ну, во-первых, приход Горбачева, все-таки какие-то изменения начинают происходить. Нет, конечно, там, сказать, что продуманный будет неправильно. Это такое интуитивное, эмоционально-интуитивное решение, что вообще там как бы надо долбануть. Да. А там посмотрим. Решение было по меньшей мере рискованным. Поэтому я говорю, там оно было интуитивно эмоциональным и плохо продуманным. Потому что, в принципе, оно поставило меня на грань дисквалификации. На самом деле, все было так близко, что дальше некуда. И если бы не приход Яковлева, вот, в принципе, вот Горбачев начал уже перемены, в отдел агитации и пропаганды, я думаю, что матч не состоялся бы. Вот. И, насколько мне известно, в какой-то момент летом Карпов просто закрывает сборы, потому что он уверен, что матча не будет. Из-за этого интервью? Да, конечно, было заседание Федерации, потому что я там готовился в Баку, там, когда там в августе, и меня просто там поднимают с постели, сажают в самолет, отправляют с президентом шахматной федерации Азербайджана председателем шахматной федерации в Москву на заседание президиума шахматной федерации, на котором обсуждается вопрос дисквалификации. На основании чего? На основании того, что мое интервью нанесло большой ущерб там, советским шахматам, там, Советскому Союзу, вообще там недостойное поведение. Вот. А меня там как-то там пожурили за это в итоге. Вот. Но вопрос-то именно о дисквалификации стоял. А кто вас мог дисквалифицировать? Шахматная федерация, СССР. А, снять своего участника с пробежки. Естественно, да? Дисквалифицируют, там результат сам. Ну, а там что? Дисквалифицируют там на полгода. Дисквалифицируют, и матча не будет, и все. Угу. Как бы вот все шло именно к этому. Было целое заседание президиума. Вот, ну тут уже, когда, ну, понятно, когда это начало вырисовываться, ну вот тут уже, как бы, естественно, даже не столько, как бы, уже нельзя мне даже обращаться его, потому что азербайджанская власть тоже они понимали, что, в общем, что происходит. И здесь, естественно, обращение к Алиеву последовало о том, что на грани снятия находимся. Опять, еще раз, вмешательство Алиева или Яковлева, все, что мне дают играть матч просто. Вот это вот что меня по-настоящему возмущает вообще, вот эти истории, которые придумывает Карпов, они все связаны с тем, что мне не давали... Конкретно, что Карпову кто-то не давал в этой жизни просто. Помощь, которую мне оказывали, то, что я мог с кем-то работать, например, что у меня появлялись какие-то тренеры, что мне давали возможность там заниматься. И что... не давали возможности карповским покровителям меня снимать с пробега просто. Вот я помню, когда я первый раз был на приеме у Яковлева в августе, вот, такой разговор такой, достаточно короткий был, какое-то там заявление принес очередное, потому что там опять судьями там что-то там, ну, какие-то очередные трюки там выделывались. Мне очень не нравилась вся эта кухня, тем более, что я уже понимал, что там за любой бумажкой, которую там подписываешь, какая-то гадость скрывается. Я, говорю, смотрел там, я потом посмотрел на это, он говорит, что, говорит, да, говорит, когда пишете письма, говорит, меньше прилагательных используйте, говорит, просто. Это он вам советует. Да, я говорю, да, меньше. Вот. И такой разговор был хороший. Я помню, я прихожу домой к маме и говорю, мам, ты знаешь, мне разрешили выиграть у Карпова. Вот просто, вот на самом деле. Потому что Яковлев, как бы он мне рассказывает, что вопрос как бы обсуждается там, значит, и он Горбачеву докладывает, говорит, а почему мы должны вмешиваться? Играет один советский гроссмейстер с другим советским гроссмейстером. Ну, играет. Да, играет. Но то, что вопрос выходит на уровень политбюро вообще, вот это вот опять, вот почему нам на политбюро должны обсуждать вопрос о том, надо ли там давать возможность сыграть матч с советским гроссмейстером?
И в тот момент, как бы, как я понимаю, там, Яковлев, он все-таки, ну, он приобретает огромный, большой аппаратный вес, и Горбачеву, конечно, совсем не нужен этот скандал, и это меня спасает. Но то, что на кону стояла дисквалификация, никуда ходить не надо просто было. Это вот все, может, все, просто все понервировать решили? Нет, нет, нет. Заседание, ну, я хорошо помню ту обстановку, в принципе, заседание президиума, и мне говорили, что, в общем, надо приехать, надо как-то там как-то вести аккуратно вот тут. Но речь шла именно об этом. Вот другое дело, что у них не хватало аппаратной мощи, не хватило на тот момент, потому что как бы, Яковлев был, и Алиев был, и Шалаев тоже все-таки, ну, профсоюз. То есть уже были, были те, кто не позволил как бы меня, там, меня просто там, вывести в расход. Вот. То есть мне открыли дорогу к матчу. Профсоюзы обеспечили там недалеко от гостиницы «Спорт», там была база, то есть как бы, то есть в Москве, то есть у нас было место, где мы могли жить, то есть там как гостевой дом. То есть я уже к матчу с Карповым был готов. Понятно, что у него все равно, как говорится, база была там в Архангельском, там, там то, что ЦСКА давало, то есть как бы у него возможностей организационных у него было больше. Что касается тренеров, вообще говорить, как говорится... Это весь Советский Союз работал. Нет, естественно, еще со времен Баги. Да. Значит, в принципе же, если говорить про команду, которая со мной работала, это все люди были как бы там по какой-то причине ущемленные. То есть Никитин, которого выгоняют с работы в 76-м году, Тимощенко невыездной совершенно, Владимиров, ну, он как бы он просто... И в тот момент еще только подымался, то есть как бы там он там начнет набираться. Йосе Дорфман, который, который тоже был невыездной. То есть на самом деле те, кто работал со мной, это, в общем, люди, как бы, ну, оказавшиеся там по тем или иным причинам там, за борт. Более того, там у Тимощенко будет постоянная проблема с армейцами, потому что как он тоже в армейском клубе, и будут постоянно чинить разнообразные препятствия вот, по, для нашей совместной работы. А у Карпова просто, ну, там... перечислять можно просто там, там, там сборная СССР, там это да, дают советы там, там, там от, я не знаю, там, от Геллера там, до, до там, Полугаевского, не считая то, что там работают, естественно, Зайцев, Балашов, Макарычев, то есть там все, все кто, все, кто могут быть мобилизованы, мобилизованы. Кстати, я просто сейчас, если говорить про там, поддержку, 81 год, матч Карпов-Корчной, когда вот какой-то момент там возникает кризис, потому что Корчнёв выигрывает там какую-то партию, какую там он выиграл, 13-ю, что ли, партию. Счет становится там 4-2. Корчнёв играет открытый ран испанской партии, там, значит, надо, значит, находить какие-то вещи, значит, какие-то идеи. И меня вызывают к представителю КГБ Азербайджана. Там, по-моему, звали его Сивзады Зиямамедович. Вот вызывает представитель. И он говорит, тут вот из Москвы пришла это самое для нас. Карпов хотел бы, чтобы тоже поделились идеями своими. Я говорю, ну, вообще-то, как-то я как-то... Ну, вот вам надо все-таки подумать, потому что, ну, как, в такой момент там, там, там чуть ли не лично Брежневу докладывают, как там партии идут, вообще нельзя. Ну, на мое счастье, Карпов выиграл матч быстро, поэтому как бы мне не пришлось отбиваться. Но вообще вот этот момент вызывает представителя КГБ и говорит, вы знаете, вот вам надо бы тут... Карпов затребует, требует, требует от вас тоже идеи. То есть, так, на всякий случай, подоите меня тоже, знаешь, там, 81-й год, конец уже. Не, ну тогда все работали. Ну, правильно, просто да. Показать, на каком уровне все это происходит. Ну, вообще, в целом, фон-то в стране менялся уже, на самом деле. Понятно, что как бы вот, вот того, там, тех возможностей там все делать кулуарно, там, зажать там и закрыть, какие были раньше, уже, уже ну... в Горбачевскую эпоху это сделать было нельзя, потому что, ну, опять, другие приоритеты были все-таки. Перестройка начиналась. Перестройка еще, ну, там, еще не было, но уже как-то как... чувствовалось, но, да, что опять, жизнь у Горбачева были опять, у него, ну, там, там встреча с Рейганом там намечалась. То есть, на самом деле, как бы, у него были другие планы и приоритеты. А поэтому, в общем-то, матч должен был состояться. И я помню, конечно, подъем у всех был тогда. Вот, просто, потому что идей много, в общем, как бы, вот, вот сил много, ну, потому что там 22 года, вот, и понимаешь, что вот, вот опыт бесценный накоплен уже, что вот сейчас действительно оно, оно может произойти. Хотя на самом деле, конечно, несмотря на то, что все факторы благоприятствовали, как бы, я очень готов был, как бы, и настрой у меня был лучше, как бы, вот, но все равно выиграть чемпиона мира матч оказалось очень непросто. При том, что, как говорится, вот, по большому счету, как бы, почти весь матч я владел инициативой, но все равно будем играть до самого конца. Это вот как судьба такая. Какой бы ни был у меня игровой перевес, все равно будет играться 24 партии. Все равно вот, вот как-то до самого конца. И все будет решаться. Все равно будет, да. Ну, даже если там, там в 90-м году там решилось вот, там, 22-й партии, но все равно 24 партии будут играться. Вот как бы вот так эта судьба нас играть до упора.
Понимаешь, на секунду сейчас в конце вернемся. Вот все-таки вот состояние ваше после 27-й партии первого матча. Были какие-то вот моменты отчаяния, когда, ну, прям, не знаю, хотелось матч сдать, хотелось вообще, чтобы все это закончилось, уже хотелось уже, не знаю, подставить эту пешку, чтобы он ее съел, чтобы уже не видеть этого нет, всего? Нет, или вы не позволяли себе? Такого не было, такого не было. Не знаю, бессонница какая-нибудь или что-то? Ну, шахматист. Бессонницы не было. Надо на самом деле сказать, что как бы вот этот... со сном все было хорошо. Со сном все было хорошо. У меня вот, ну, говорить, когда про сивильский матч, там... Первым важным шагом к победе 24-й по Севилье было то, что я спал ночью. Ну, часа 4,5, вот, но тем не менее спал. То есть способность спать, она как бы всегда меня выручала. Вот, и, да, потому что многие могут уснуть до утра. Нет, я спал без всяких таблеток. Вообще никогда не пил никаких таблеток. Вот, как бы, с Бог миловал. Я всегда могу спать. Практически в любой ситуации. Угу. Вот, там, в кресле могу заснуть, если надо. После 27-й партии, да, конечно, там депрессивное состояние, но продолжали. На самом деле, вот была рутина. Вот рутина помогла. Вот мама, наверное, понимала, что вот эта рутина какая-то. Вот там встал, там поел, обедал. Потому что начинали там очень поздно играть, кстати, в 5 часов. В принципе, это интересно. Это тоже карповское как бы требование, потому что играли очень поздно. Как бы там поздний был. Поэтому я тоже сдвигался. Поэтому как бы, я где-то утром обедал, а потом там, что там, ел бутерброд перед партией. А во время партии ели? В то время? Нет, я ничего не ел во время партии, нет. И потом тоже, да? Потом вечером я уже не помню. Нет, я потом имею в виду на протяжении карьеры потом вообще. Вот. Нет, я пил только чай там мог пить, в принципе, но я не ел никого во время партии ничего. Потом я уже буду есть довольно плотно перед партией, как бы, но это уже потом будет. Вот. Mm-hmm. А в тот момент вот, мама режим установила, как бы, и, наверное, благодаря тому, что эта рутина была, как бы, ну вот играется матч, надо идти. 28-я партия, 29-я партия, 30-я партия. Ну, а после 32-й, на самом деле, у всех стало хорошее настроение. Потому что вообще уже, ну, давно проиграл. Ну, зато, во-первых, не в сухую. Во-вторых, интересно просто. Работаем дальше. И каждая партия, на самом деле, она прибавляет мне, убавляет у Карпова. Потому что я-то чувствую себя хорошо. Еще одну партию сыграли. Что-то выучил, знали, посмотрели. На новые идеи какие-то там начали подсматривать. Ну, просто было интересно, да? Как реально было интересно, потому что там еще большая подготовка идет. Просто мы же там дебюты как отменяем, там эту сыграть, то сыграть, значит, в принципе. И все время были как бы впереди Карпова, там на полхода. То есть мы, значит, готовили какие-то новые вещи, и как в конце матча уже перевес уже стал очевидный, потому что мы играли позиции, которые мне нравились, а Карпову нет. И он явно был не в состоянии как бы из этого заколдованного круга для себя выскочить. А команду возглавлял Никитин, да, вот, ну, в шахматном смысле. Ну, понятно, что вы являлись как бы там первым и последним словом, но вообще вот... Ну, Никитин, да, естественно, конечно, Александр Сергеевич, он был как бы старший тренер. Как бы, вот. Угу. Вот. Хотя там такой четкой иерархии не было, как бы, ну, понятно, Никитин, но только с точки зрения шахмата. Кто определял, кто что смотрит, там, ты смотришь это, или как? Ну, как это, в принципе, это я все-таки должен был определять. Потому что Тимощенко вообще сам по себе занимался. Как бы он вообще, как бы он был индивидуалистом. Никитин был, обычно Никитин с Шакаровым что-то могли смотреть, в принципе, как, ну, Шакаров там получал какие-то задания, там, он писал обычно. Владимиров с Дорфманом, Тимощенко был сам по себе, как бы, вот если такой расклад смотреть.